Всем привет, ребятки, с вами Альтер, вы находитесь на канале Чегеря, а вот эта реакция на финальную серию. Я, короче, просто объясню, решил не дожидаться следующей недели, сразу посмотрю просто серию, то есть реакцию выложу, как обычно, когда она должна будет выйти. Вот, а пока хочу посмотреть на YouTube. Только тут сюда надо как-то попасть. А, ну я думаю, все. Окей, давайте посмотрим, что в итоге произойдет у нас с Сарой. Или нет, или не посмотрим. Или посмотрим. Нет, не посмотрим. Чтобы посмотреть. Надо зайти на YouTube. И вообще можно бы там зарегистрироваться. Вот еще можно было бы качать серии оттуда. Вообще было бы очень круто. Но этого сделать нельзя. Так, смотрим девятую серию. А, подожди-ка. Почему девятую? А где десятая? Не понял, на канале на YouTube нету 10 серии, но есть она по ссылке в описании. Что за бред? Бред какой-то. Ребята, это какой-то бред. What the fuck? В мессенджере каком-то, что ли? Это даже не YouTube мессенджер даже это. Или что это вообще? Come on, everybody. Я сегодня посмотрю не эту серию. Ладно, давайте скачаю ее, заколебали. Что я скачиваю? Что я скачиваю? Почему тут ничего не понятно? Добро пожаловать. Казахстан? Нет. Россия. Номер телефона. Блин, вам номер телефона еще мой. 987-228-228-228. Проходим регистрацию. Да фак. Фамилия Чигиря, вот ёпты. Имя Альтер. Откуда вам знать, как нас в России зовут? Круто, спасибо. Теперь можно посмотреть серию? А? Я зарегистрированный пользователь. Оу, Десятая серия. Серия. Let's go! Это было очень сложно, непросто, но я это сделал. Теперь я в YouTube. Так, короче, какие-то топовые сериалы намечаются, да, у нас тут, походу. Город на северо-западе Казахстана. Город Ахтубе. Смотри, как работа! И за это тебе деньги платят. Тебе сказали, делай, бро. Бэби ща. Тоже не узнаю, да, конечно. Пошу паркуром его заниматься. Ну вот, если что, мы скидываемся, может, мне на карту по 10 тысяч закинуть. Ах, тобе, тобе, тобе. Давай не мне и не тебе. Какой-то хоррор. Короче, у нас будет хоррор. У нас будет беспризорников. Зацени. А какой? А еще надо какой-нибудь. Шикер кончился. Саке. А, саке идет еще. Так. Осенью они, значит, с открытым верхом катаются, да? Что? Заболеете, голову простудите.
как он вообще, а? Быстрее них оказался тут. Ты прям подсвечиваешься. Тебя хорошо видно. А сет нет, я тут слежу за ними. Эй! Эй, не смей закрывать дело, блядь! Эй! Не смей, блядь, закрывать дело, сука! Спокойно! Это моя сестрёнка! Это была моя сестрёнка, сука! Пойди мне этого гандона, блядь! Пойди, сука! Кажется, они хотят дело заметить. Очень круто, там что нам это всё показали. Короче, если хочешь, чтобы дело двигалось, надо вот это все огласке придать. О. Нужна огласка? Будет вам огласка. Жесть. Почему? Опять окно открыто. Открыто окно. Какой черт. Вы что так внезапно? Да вот решила проведать вас с Айсарой. Так что, почему без шапки? Почему? Ладно. Проходи. Чувствуй себя как дома. Ну, они еще и Адиле убьют, да? Ты как пьешь? С колой или чистой? Че тянешка-то за яйца? Просто дай мне деньги. Ладно, расслабься, ты просто выпей. А денег там нету. Совсем охренел, где деньги? Ай, частенько я слышу эту фразу от шлюх. Идиот, у меня нет времени. Деньги, я сказала. Ну, привет, Сара. Ну, теперь все в сборе. Здравствуй, мам. С банками были некие сложности. На выходные не попали. Переводы сами будете. Мухтар Кайсарович, я разговаривал с юристом. Он будет завтра утром. Это что, ловушка какая-то? Ну почему же? Я должна поблагодарить тебя. Ты помогла нашей семье избавиться от балласта. Что тебе не нравится? Его поймали, и он вполне похож на убийцу проституток вроде тебя. Ну почему же? Мухтарова. Здесь что-то связано с вашим домом. Связь. Его поймали, и он вполне... Печально, что не показывают, сколько зрителей. Мне без разницы. Просто дайте мне мои деньги, и я уйду. Все ради денег. А твоя сучнёшь оказалась более сговорчивой, чем ты. Не зря она в этом бизнесе 10 лет. Научилась выживать. Неужели ты не понимаешь, что у твоего мужа есть алиби вроде меня? А у сына, кажется, есть друзья, которые быстро спалят ваш шибко продуманный план. Ой, только не надо здесь играть бедную овечку. Это ты впутала свою подругу в эту историю. Это ты виновата в ее смерти. Это твой сын виноват в ее смерти. Он животное, он убил мою подругу. Закрой свой поганый рот. Мой сын тут ни при чем. Это что? Тяжело признавать, что породила мразного человека. Ты покрываешь, но я знаю, что именно он. Это я, шлюха ты тупая. Это я ее. Конечно, нет. Даже под кайфом ты бы понял, если убил кого-то. Чепа. Что? Что ты сказал? Только породили такого мразного человека. А ну быстро да. Покажи. Это Айсара? Мама. Ну пиздец, почему он меня никогда не слушает? Конечно, нет. Даже под кайфом ты бы понял, что убил кого-то. Мам. Что, мам? Да, я это сделала. Но вместо той девчонки должна была быть эта. Разбирайся.
разбирайтесь в своих семейных страстях сами, да? Просто дайте деньги! Стоять, шлюха, не дергайся. Я знала, что мой сын вызвал тебя, и когда он уснул, я приехала, чтобы поговорить с тобой. Ты не поверишь. Я хотела тебе предложить то же, что ты просила у меня недавно. Но ты знаешь, вместо тебя там оказалась твоя подружка. Она говорила, что не понимает, о чем я говорю. Как же она меня взбесила тогда. Ну кто же виноват, что она оказалась такая слабая? Пришлось выкинуть ее в лес. Не пачкать же паркет. Правду говорят, у вас Жириков не все дома. Ты больная. Оставьте свои грязные деньги себе. Стоять, сука! Никуда ты не пойдешь. Мама, не надо. Мама. Стой, мам, не надо, мам! Чего ты сидишь, блин? Отправляй туда ментов быстрее! Сука, Сара, сколько же тебе проблем. Да иди, мам. Сынок. Не надо, мам. Она слишком много знает. Ты хорошо отыграла свою роль. Теперь ты больше не нужна. Сара! Сара, скажи, как меня сестренка попала в этот грязный писец? Не надо плакать. Просто скажи мне правду. Пожалуйста. Ты увидел, как я изменилась. Увидел, что ни в чем себе не отказываю, и захотела так же. Зачем? Хотели, я не знаю. Она хотела другой жизни для себя. Зима той, которую ты не мог позволить. Ей было стыдно, она хотела зарабатывать сама. Зарабатывать? Продавая свое тело? Это работа. Сара, как ты могла отпустить мою сестренку в этот грязный бизнес? Ничего не знаешь.
Ты не знаешь, в какой ситуации была моя семья. Ты не знаешь, каково это жить в постоянном страхе, что твоего отца заберут и увезут куда-нибудь за гаражи, убьют, как последнюю собаку. Но это же не выход. Ты понимаешь, что ты сделала неправильный выбор? Не верю. Сара, ты даже не представляешь, как я ее любил. Она же на моих руках, на этих выросла. Ты, получается, все время мне врала. Мне, своим близким. Ты тупо одурманила голову моей сестренки, Сара. Ты зашла слишком далеко. Сейчас зафиксированное время смерти 6:22. Что такое? Они получили переслед. Матиль, как ты можешь так говорить? Не надо сейчас учить меня жизни, учить какую-то мораль там. Сара, ты все время оправдываешься. Ты слышишь себя? Даже его смерть на твоей совести. Я понял. Сара, ты просто хотела роскошной жизни. Ты ее получила. И все это сделала только ты. Tu gali parašęs, maldurė paragus. Patinėm andėmė, kurčius būsus. Šamangdalan šamdal, mangdalangų bilikti radimą. Dėmė tu pasalimą, sinam kažai balimą. Doga, tungu kutarga, tunga ristarandarga nėlipi. Жөрсін сен елетпе, еркем менің еретпе. Доға сенің өмір жолыма, мұналар сағын серетпе. Келесі адам кезекте, еркем менің еретпе, еретпе. И все, закончился сериал, закончился классно. Нету такого задела типа на второй сезон. Возможно, будет, если они подумают хорошенько, что может с ней произойти. Но так, как будто бы все законченная история. Да нет, да можно, можно. Типа, ну вот в первом сезоне была история там, убийства девушки, и шло какое-то расследование. Во втором сезоне там будет что-то, что-то, еще чего-то, короче. Ну, связанное с эскортом. Такс, давайте по серии, как обычно. Я думал, немножко больше покажут общение вот как раз-таки Адили с ментом, а не то, чтобы там вначале он там ему просто помог, сказал там, вот, надо огласки придать и так далее. Ну, это он вспомнил, да, окей. Просто как флешбэк, да, ладно. Я просто хотел сказать, типа, было бы неплохо еще видеть там то, что он с ним по другим каким-то вопросам разговаривает. Типа, вот он предоставил... А, хотя это, может, не он дал жучок. Что это я придумал? Ну, в общем, ладно, поехали.
Так, с мамой приехала. Блин, это всю серию мы находились дома, да? Да. Ну, короче. Ну, что-то мне подсказывало, что денег не будет. Вот. Но появление мамы еще круче. Поворот. И крутой поворот то, что это все было у Адили в прямом эфире. Печально только то, что не писалось. Сколько человек смотрит. Очень круто. И его не спалили. Подожди, а как она не спалила его, если тогда она сидела и видела по камерам? Типа она его не ждала? Ну, возможно, да. Хотя, есть... Ну, как? Они же заезжают, типа у них там, ну, по-любому камера стоит тоже на воротах. И слишком быстро, кстати, он пробежал, когда они заезжали. Вот они, докапывания. Сейчас. Так, вот, машина заехала. Ну ладно. Нормально. Он поздно зашел. Продумали. Просто мне показалось так, а он же вроде, по-моему, сразу же как будто бы пробежал. Очень крутой диалог. И созналась мама во всем. Вот оказывается, кто убийца. Мама. Я думал, они вместе, типа, с сыном. То, что братишка, конечно, телефон не выключил, вот это вот очень печально. Ну, до мамы все равно бы дошло. Тут она хоть своими глазами увидела. В общем, мент, который там стоял на зоне, ну, или где, который курил сигарету всю серию, просто, ну, конч какой-то, я не знаю. Типа, они там все это смотрят, но это, конечно, быстро еще все происходило, и все равно бы ничего не успели. И ничего бы не сделали, да. Но самый крутой момент серии. Это вот борьба за пистолет. В итоге он... Блин, вообще очень круто. Тоже как бы... Ну, не сказать, что заезженный ход, но бывали такие моменты, да, то, что пуля в итоге летит не в того, в кого предполагалось, и то, что мама в итоге убивает своего же сына. Это очень круто. Я вот чисто этому порадовался. Печально, жаль, конечно, парнишку. Вообще, как бы, даже не при делах, просто был таким марионеткой в руках матери. Вот. Жесть. Вот что происходило вообще, с ума сойти? Отбитая какая-то семейка. В итоге... А, еще же был разговор. Адиле с Сарой в конце вообще не понравился ей, если честно. Особенно вот эти дела у Адиле. Что-то как-то... У Адиле. Ну, вы поняли. Так. И самое печальное тоже то, что мама в итоге приехала. Она просто посмотрела на дочку, убедилась, что с ней все в порядке, она цела, но не смогла принять, не смогла даже слова сказать. Просто у нее вот такие принципы, ну то, что она человек другого поколения абсолютно. И в итоге... пока не смогла перебороть саму себя. Вот. Ну, братишка-то будет с ней общаться уж стопудово. Жесть, ну, кошмар, короче. Все в итоге все знают. Супер... супер прямые эфиры у Адили, которые смотрят кучу народу, весь Казахстан, походу. А, может, он... А, на него же вроде, да, он же...
то ли блогер, то ли кто ли был. Короче, концовка. Концовка хорошая. Я доволен. Получил удовольствие. Как вам? Пишите комментарии, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Check it out.